Югорским школьникам предлагают нарисовать экоплакаты и листовки. Конкурс «Сохраним природу и культуру народов Югры» стартовал в начале месяца. До 26 апреля у юных художников еще есть время для творчества. Это могут быть индивидуальные и коллективные работы о сохранении земли, воды, воздуха, животных и растений. Работы принимают управление и департаменты образования по месту жительства участников. Сначала плакаты и листовки пройдут отбор в муниципалитетах, после стартует региональный этап. Итоги конкурса станут известны 24 мая.